Сегодня я расскажу, как сделать лимончелло в домашних условиях из подручных продуктов и как бы быстро. Если у вас нет 5-7 дней, чтобы ее настаивать, можно приготовить буквально за 2 часа. Ну, я делаю 2 литра этой настойки. Мне понадобится, значит, соответственно, 2 литра водки, 4 лимона крупных и полкилограмма сахара. Ну, в общем-то, и все. И блендер. Так, значит, берем лимоны, помыли, снимаем цедру желтенькую, беленькую оставляем и кидаем ее блендер. Кстати, чистили лимоны, как бы для чего это делается? Если снять полностью цедру, она дает горечь. А вообще лучше использовать овощечистку, но так как у меня ее нету, я их почистил ножом. Ну, я думаю, получилось, как видите, очень тоненько, да, и очень тоненько, и нету этой белой горькой штуки. Так, следующий, значит, этап нашего приготовления. Надо разрезать лимон, убрать белую кожуру и оставить одну мякоть. И погрузить ее туда же. Чистится лимончик очень легко. Все, никакого труда не составит. И дальше все остальные делаем так. Еще убрали косточки. Так, ну, положил в блендер. Блендер у меня маленький, сильно поместилось. Значит, тогда будем делать. Масса. Прибавляем оставшийся лимончик. То же самое действие. Смесь готова. Теперь следующий этап нашего приготовления лимончелло, приготовление сахарного сиропа. Для приготовления сахарного сиропа понадобится сахар, сахара полкилограмма на 2 литра нам где-то нужно. Сахарный сироп делается очень просто. Берется сахар, заливается водичкой и растапливается на плите. Можно залить кипятком и размешать, чтобы ускорить процесс. Ну вот сахар полкилограмма я закинул, водой залил. Ну и тут, как я уже сказал, лучше поставить на плиту, чтобы он растворился полностью. Пока сахар растапливается у нас на плите, мы делаем другую.
значит, жидочку. Заливаем кувшинчик. Мы смешаем сейчас лимон с мы смешали водку с лимоном. И теперь пусть эта настойка хотя бы час постоит. Оставшуюся водку, которая не поместилась, пусть она стоит отдельно. И потом ей разбавить. Теперь в оставшуюся водку нужно будет разлить по бутылочкам. Здесь 0,5 литра. Так, ну, получилось одинаково. Теперь эту смесь нужно будет процедить и прицепить. Понадобится марли. Потихонечку перемываем. Я взял не марли, а обычное полотенце, чтобы лучше процедить наш напиток. Получается вот чистая, как слеза, смесь. Лимонный настой. Чистый, без косточек, без собачьей мухи, кожуры. И сахарный сироп, который растворили сахар, поварили где-то там 5 минут. Тоже без сахарина, без крупинок. Жидкий сироп. Теперь мы сахарный сироп смешиваем с лимонной настойкой. Вот так вот настойка готова. Теперь остается добавить в бутылки, охладить и подавать быстро. Такая получилась настойка. Как я видел, 2 литра. Но у нас осталась еще водка. Это, если хотите, можно употреблять в таком виде. Настойка более сладкая и менее крепкая. А если кто-то любит покрепче и менее сладкую, разбавляем, получаем немножко другую вкусу. Нет, можно оставить так. Как видите, все просто. Начал я готовить напиток в 25 минут 3, сейчас 35 минут 4, понадобилось час 10. Вот. Час 10, 4 бутылки водки, 4 лимона, 0,5 килограмма сахара. Очистили, сахарный сироп сделали, в блендере перемололи, все смешали, процедили. Теперь поставить в холодильничек, дать настояться, можно подавать на стол.